Задержаны несколько сотрудников ОСК и предприятий, входящих в корпорацию. Накануне ФСБ России провели обыски на рабочих местах данных сотрудников. Пытались изъять документы и материалы, доказывающие противоправную деятельность. Обыски накануне прошли и в Северодвинске. Об этом сообщает Интерфакс. Оперативные мероприятия сотрудники ФСБ проводили в кабинетах СПО «Арктика». Напомним, ранее обыски прошли на «Звездочке». Их проводили как в кабинетах, так и по месту жительства гендиректора «Звездочки» Николая Калистратова и экс-гендиректора Владимира Никитина. Пресс-служба ОСК сообщает, по результатам проведенных накануне мероприятий возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правонарушения относятся к периоду 2011-2012 годов и связаны с закупками при ремонте военной техники. С подозреваемыми работают следственные органы. Тем временем ОСК принимает сигналы о коррупции на своих предприятиях. Рассказать о совершении или приготовлении коррупционных правонарушений, либо действий, нарушающих законные интересы ОСК, можно в любое время суток. Круглосуточный номер телефона и адреса вы видите на экранах.